Погода сегодня отличная. Это вот чесночок, который я выращивала сян. А вот чеснок, который мы сажали, головки. Ну, не головки, а большие зубчики. Вот такой он уже. У смородины уже листики большие. В этом году я что-то не вырезала, а вот надо врезать. Вижу сухие веточки. Надо пробежаться. Листики уже прямо вот хорошие. Малинка. Уже такие листики. Скоро распустится. Что там с клубникой у нас еще накрыто? Клубничка. Ой, да прям уже поднимается, растет. Сейчас посмотрю. Что там? Ой, травки. Травки много. Ну, пусть пока еще укрыто. Как-то надо найти время. А как же, у нас все работают. На хлеб себе зарабатывают. Ну, хоть немножко пограбит. Нет, ну я не просто ей грабли дала. Она меня уже замучила. А что делать? А что делать? Ну вот сунула ей в руки грабли. Грабит. Понемножку отбавляется. Хорошо получается, мам. Хорошо получается. Это лучше, чем убегать из дома, да? Хорошо получается. Граб. Хорошо, граб. Вот чем-то да занят, а то все куда-то бежит. Я обкапываю деревья. Одно уже обкопала, хватило сил. Сейчас другое. Там мама грабит. Понемножку отбавляется. А мне вот эти деревья обкопать надо. Ну, не знаю. Одно обкопал, на вторую хватит сил. Не хватит, мужа делает. Он занят сейчас другим делом. Принесли молочко, творожок мы берем, а муж принес сок. За ночь накапала, ну немного, но это березовый. Но столько. Сейчас буду делать квас. Не сейчас, а попозже немного. Сейчас на улице поработаю. Ну не могу мимо пройти такой красоты. Навозик насыпал и перекапывает. Сейчас будет натягивать пленку. Проклеится земелька и будем высаживать. Ну, сегодня 14 градусов, наверное, тепла, да? Ну, тепло сегодня. Два дерева уже осилила.
Сейчас отдохну немножко и пойду третий обкапывать. И мама. Вон какую кучку уже нагребла. Травку сухую сгребает. Но мы гребли. А все равно вот плохо, наверное, гребли. Смотрите, какая кучка уже большая. Мам, устала? Ну как устала? Ну это усталость-то приятная, лучше, чем ходить-то, блудить. Вот как она. А там травка зелененькая торчит. Муж ремонтирует тепличку. Вот так мы вскопали, прохлили. Сейчас он ремонтирует и будет натягивать пленку. Старенькая уже. Из стареньких рам. Ну, ремонтируем. А что делать? Одну реечку не хватает, да? Да, она сломалась. Сейчас пойдет. У нас все-то старое. Мы сами старые. Вот и все готово. Сейчас будем натягивать пленку. Сэкономили. Целлофан, наверное, с прошлого года остался. Придется протирать. Обычно оторвется. А это в прошлом году не порвался. Мы аккуратненько сняли и сэкономили. В этом году не покупали. Протру тряпочкой. Есть не пить ничего. А что ты расстроилась? Мастерская вот прошла, надо было мастерскую хоть кого-нибудь из нас позвать. Они сами ищут кого-то. Вот. И нашли их как. Я нашла, они это не верят. Ты ходил, что ли, в мастерскую? Никуда в мастерскую нет. Ребята ходили. Ихние ребята ходили. Понятно. Ну как наши вот. Мам, ты искупалась и сидишь на ветру. Ветер холодный. Ну тепло, ну как-то ветерок прохладный. Ну, а потом лечи тебя. Пошли домой. Пошли? А. Пойдем? Да ну, я сейчас погляжу, а то я пойду, мама. Там одна с этими, с ребятишками, с бабкой. С больной. Бабка это моя прабабушка, да? Да, наверное, да. Нет, я не помню, мам. Она умерла, меня еще не было, наверное. Или я маленькая, грудная была, потому что я прабабушка, я не помню. Конечно, грудная. Ну, потому что я с ней разговаривала и все. Вот. На дне? Была когда. Сейчас я не знаю. На дне? Они просто не говорят ничего. Кто, мама не говорит? А мама умерла уже лет 30 назад, как бы не больше. Какая мама? Твоя. 30 лет назад, а с ней разговариваю. Как же это получается? Пойдем обедать. Не будем голову забивать. Вот и не. Вот Сашка был, бегал все время сюда. С этими с ребятами. Вот иди сейчас. Какой Сашка? Да брат мой, какой. Он тоже умер давно. Все время сюда бегал.